Полицейские задержали мужчину с поличным при попытке совершения очередной закладки. В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили вещества, внешне схожие с наркотическими. Изъятое было направлено на экспертизу. Согласно заключению исследования, приезжий хранил при себе наркотические средства двух видов. Спайс массой более 235 граммов и N-метилэфедрон общей массой свыше 185 граммов. Как рассказал сам задержанный, порошки предназначались для распространения. То есть вы знали, что пакетов... Мне сказали, что там спайс, да, и еще какая-то, ну, еще какое-то вещество, я не знаю просто. Какую сумму обещали за курьерские услуги? 25 тысяч в неделю. Сейчас ранее судимый мужчина помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, это лишение свободы на срок до 20 лет.